Астропрогноз на 3 августа. Овен. Пришла пора начать реализовывать планы. Можете даже рассчитывать на поддержку очень влиятельного человека. Телец. Благоприятное время для саморазвития и духовного обогащения. Вечер подходит для прогулки. Близнецы. День будет насыщенным различными новостями. Задумайтесь о том, что бы вы могли поменять в своей жизни. Рак. Встреча со старым другом может перерасти в прибыльное сотрудничество. В любовной сфере все будет зависеть от настроения. Лев. Прежде чем начать что-то новое, стоит реально оценить свои возможности. С финансами, как и всегда, все в порядке. Дева. В амурных делах могут возникать препятствия. Расстраиваться не стоит, отвлекитесь на что-нибудь полезное. Весы. Одна лишь новость может перевернуть вашу карьеру с ног на голову. Не поддавайтесь на провокации. Скорпион. Выполнять работу желательно спокойно, не торопясь. В личной жизни стоит проявить больше мягкости. Стрелец. Будьте верны своим целям и не вздумайте отступать. Доля оптимизма поможет вам осуществить все задуманное. Козерог. Одиноким козерогам звезды предсказывают мимолетный, но красивый роман. Главное – не забывать про работу. Водолей. Отбросив все свои принципы в сторону, можете с головой окунаться в романтику. Серьезные отношения пока не про вас. Рыбы. Сегодня вы идеал во всех проявлениях. Не таите в себе чувства, а лучше подумайте о браке.